Вітаю вас. Це поза очі невідомі факти життя відомих українських політиків. Наш гість сьогодні Петро Симоненко. Петро Миколаївич, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть відверто, тому що наша програма передбачає саме відвертість у відповідях на питання. Якою мовою ви говорите зі своїми рідними, скажімо, зі своїми дітьми? Ну, переважній більшості з дітьми то російською мовою розмовляю, а це не має для мене принципового значення. Я розмовляю тією мовою, з якою співрозмовник бажає розмовляти. Ваша вотчина – Донецька область, да? Ну, в общем-то, это родная моя область, да, я многие годы там проработал, жил там, поэтому, безусловно, доминирующим языком в области является русский. Быть политиком и сохранять традиции рухнувшего коммунистического режима – это большое мастерство? По всей видимости, речь, наверное, должна вестись не о том, что мы сохраняем режим. Мы сегодня ищем ответ на вопрос, что надо сделать, чтобы мы жили лучше все вместе, наш народ Украины. Поэтому и предлагает политики различные варианты. Мы, как коммунисты, имея колоссальный опыт построения совершенно нового государства, при том, что были и колоссальные успехи, были и трагические страницы, мы сегодня говорим о том, что готовы и предлагаем иную программу, которую предлагали 20 лет тому, когда Украина встала на путь построения независимого государства. И мы во многих вопросах в оценке тех именно программ, с которого начинала Украина строительство независимости, мы оказались правы. Ну а новая программа под старой вывеской, возможно, у вас никогда не было идеи создать новую партию? Речь идет, наверное, о другом. Насколько мы будем искренни, как коммунисты. И мы не отказались от названия для того, чтобы ни у кого не было никакого соблазна вообще таком отказаться и от истории, и отказаться от ответственности за будущее. Поэтому мы четко сказали, что мы коммунисты искренни. И если у нас были ошибки, мы признаем эти ошибки. Если мы сегодня готовы предложить свои варианты, то мы, естественно, предлагаем варианты, которые будут исключать уже повторение тех ошибок. Ну, люди, которые скептически относятся к существованию коммунистической партии, хотят услышать ответ на два вопроса. А платят ли по-прежнему коммунисты членские взносы? И куда же девалось пресловутое золото партии? У вас есть ответы на этот вопрос? Ну, то, что мы по уставу сохранили добрую традицию, которую еще Владимир Ильич Ленин заложил, формируя первый параграф устава и в части таком ответственности за поддержку партии материально, у нас сумма взносов партийных ежемесячно 1% от дохода члена партии. Поэтому эта традиция сохранилась. Хотя, безусловно, мы сегодня в новых условиях уже ищем варианты. У нас есть те люди, которые, независимо от того, являются они членами партии или нет, они поддерживают партию. Спонсоры политические. Да, так. Политические спонсоры. Ну, а что золото партии? Ну, в отношении золота партии вы помните, как этот миф раздувался и как этот миф пытались использовать для того, чтобы опорочить нашу партию. Золото партии не нашли. И те, которые пытались найти золото партии, почему-то золото для современной Украины не нашли. Но оно было, это золото партии. Речь идет вот о чем. У нас ведь на период запрета деятельности партии на счету ЦК Компартии Украины было порядка 90 миллионов советских рублей, если вы представите так, покупательную способность того периода этой суммы, то вы представляете, что это, давайте умножим, это практически 120 или 130 миллионов долларов было на счета. Первым, что сделали, и это речь идет о Кравчуке, для раскола, в том числе и православной церкви, он 25 миллионов тогда советских рублей отдал на поддержку Филарета для раскола православия. Столько лет вам удается удерживать популярность коммунистической партии. Это свидетельствует о том, что вы отличный менеджер. У вас никогда не было соблазна начать собственный бизнес в современных условиях? Простите, но этим просто некогда заниматься. Это во-первых. Но у вас бы получилось быть собственником заводов, газет, пароходов? Я думаю, что вряд ли. Почему же? Вряд ли. Этот шанс у меня был еще в 91-м году, когда Компартию незаконно закрыли, запретили. И ведь многие мои товарищи тоже искали ответ на вопрос, а где можно было бы найти себе работу, чтобы хотя бы кусок хлеба обеспечить. Я ведь был в той ситуации, когда ко мне генералы КГБ приезжали, когда на улицу приглашали, выходил, и когда говорили, что будешь заниматься партией, мы тебя арестуем. Я ведь это все прошел. И для меня тогда было понятно, что есть выше цели, нежели только такая личная, то, что требовалось, допустим, для семьи и для себя лично. Поэтому я избрал эту судьбу и нисколько не жалею об этом. Сколько вам было лет, когда вы, убежденный коммунист, впервые попали за границу? Что это была за страна?
Ну, я попадал за границу раньше гораздо, потому что я, допустим, возглавлял молодежные наши поезда дружбы. И в 82-м году, если не ошибаюсь, у меня первая была поездка. И я 400 молодых хлопцев и девчат, которые получили тогда право представлять нашу страну за рубежом в этом поезде дружбы, вместе с ними был в Польше, был я потом в Германии, был, естественно, в Румынии. В составе делегации уже от ЦК ВЛКСМ, когда готовились мы к фестивалю, Всемирному фестивалю молодежи в Москве, я в 84-м году впервые побывал тогда еще во Франции. То есть это серьезная была работа. Ну хорошо, вы заметили какие-то разности между зарубежьем и Советским Союзом? Вы знаете, то, что я тогда заметил, оно ведь сейчас имеет место у нас здесь в Украине. Это сейчас. Да. Вот вы возвращаетесь, и что вы рассказываете о том, что вы увидели? Ну, с одной стороны, это да. Это потрясение было для вас? Нет, не было никакого потрясения, потому что, к моему счастью, я имел возможность встречаться с теми людьми, которые говорили не витринным языком и не витриной представляли тот образ жизни, который мы могли бы совершенно по-иному и на основании этой витрины представить. И я могу утверждать, что витрина — это одно, так. А реалии жизни простого человека — это совершенно другое. Я могу спросить, какие сувениры или подарки привезли своим близким вы тогда? Ну, тогда, если уже так мы говорим о том, какова разница была, среди сувениров, допустим, я привозил, ну, во-первых, какие-то мелкие подарки своим друзьям и знакомым. Я для себя, помню тогда, оттуда же привез, ну, как он тогда назывался, тот же приемник-магнитофон. Так. Ну, как обычно, у каждого же молодого человека было желание. Поэтому я не видел здесь ничего зазорного, допустим, что я эту вещь там покупал. У нас тогда такого уровня не было. О чем вы мечтали в детстве, я могу спросить? Я вот помню, когда мы 12 апреля всей школой вывалили, как говорится, на улицу, и радости, которая переполняла нас, не было ведь предела. Это 61 год, я говорю о том, какие события были. Вы искренне хотели этого? Да, конечно. У нас прекрасный край трудовой был, и каждый год, когда мы проводили День шахтера, ведь каждый раз появлялись новые лица, о которых мы говорили с гордостью. Кстати, я первую свою практику, когда попал на шахту имени газеты «Социалистический Донбасс», то я, по сути дела, бригаде Осюченко и познакомился с Осюченко, который тогда уже звезду Героя социалистического труда носил. Вы ведь не стали шахтером, и ваши дети не стали потомственными шахтерами. А, кстати, вы знаете, я даже без раздумий поступил в Донецкий политехнический институт, и я ведь специальность горного инженера получил. Угу. Почему я не стал шахтером? Тут есть другая деталь. На распределении, когда я закончил уже институт Донецкий политехнический, я закончил его с отличием, и на распределении я среди первых шел для того, чтобы имел определенное право выбора даже. Я у членов комиссии попросил, говорю, направьте меня на шахту. Вы знаете, что они мне сказали? Молодой человек, вы получили образование с отличием. Мы считаем, что вы должны сегодня поработать в проектном институте для того, чтобы готовить системы безопасности и системы предупреждения для тех же шахтеров. А далее вы поработаете там и определите сами, где вы будете работать. Меня заставили и направили в институт работать, хотя я просил работу на шахте, чтобы меня отправили на шахту. Вы производите впечатление абсолютно везучего человека. Чего больше вот в вашей карьере? Трудолюбие, успехов, везение? Знаете, я всегда помню мамины слова. Она говорила, только в труде ты сам можешь понять, что ты хочешь, и только через труд тебя будут уважать. Кем были ваши родители? Простые люди. Папа еще жив, и долгие годы он и трактористом работал, и слесарем просто работал, и водителем работал. Мама последние годы санитарка в больнице работала. Она до 60 у меня не дожила, рано ушла из жизни. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что вот в труде мы ведь росли действительно в те годы в труде. Потому что тяжело было жить. Мы и дома помогали, и на огороде, и корову пасли, и там за птицей ухаживали. Потому что эта жизнь была всего поколения такой. И мы радовались тому, что именно вот в этой жизни мы каждый находили свое место. Ваши родители были коммунистами? Нет, ни папа, ни мама не были коммунистами. Да вы что? Так, точно у вас были какие-то споры идеологические из-за этого всего? Вы знаете, у меня отец, вот и сегодня, вот по настроениям иногда приезжаю, он настолько принципиально относится к тому, что происходит, ну, уже возраст не позволяет так принимать решения. Ну, он осуждает ваши политические взгляды? Нет, он всегда меня поддерживает. Всегда даже поддерживает. Даже не являясь членом коммунистической партии? Не являясь членом партии, он говорит действительно по жизни. Человек, который трудом
все это достигал в своей жизни, человек оценивает реально. И ну хорошо, я где, в этом отцу где признателен. Этот ваш трудолюбивый характер закалялся? Мы сейчас посмотрим одну историю из вашего недавнего прошлого и продолжим наш разговор. Я вступаю в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Здесь, на этой площади, много лет назад нас Петей принимали пионеры. Нас, малышей, после второго класса приводили 19 мая на День пионерии. Выстраивали здесь шеренгами, вокруг были наши родители, близкие, жители этого микрорайона. И нам на шею каждому пионер-вожатая повязывала галстук. Это было очень торжественно, очень приятно. С этим ставком связано детство мое и моего брата Пети. Летом мы постоянно всегда купались с ребятами. Зимой играли в хоккей, естественно. Ноги, коленки были всегда разбитые, потому что мы постоянно падали. На этом месте, вот именно вот здесь, находился красный кирпичный барак. В этом бараке жили наши родители самое первое время, когда они приехали именно сюда, в Донецк. И именно здесь, в этом когда-то красном бараке, родился Петя Симоненко. Это было 1 августа 1952 года. Мы вообще дети послевоенные, и поэтому жили мы в то время, когда еще страна после военной разрухи восстанавливалась. То есть родители работали постоянно. У мамы не было высшего образования, у них с папой было по 7 классов. Но она от природы, вот каким-то интеллигентом она была от природы. Мама у нас учила добру и отношение к людям, а папа, как шофер, учил железкам. И, я же говорю, Петя был в 5 классе, он уже водил машину. Это был у нас «Москвич 407». Сверху салатовый, внизу белый. Настолько нам тогда это казалось самая лучшая, самая красивая машина на всем свете. 135-я школа. В этом здании, которое находится за моей спиной, находилась много лет назад школа. До 62 года мы учились в этой школе, в начальных классах. Построили новую школу, 136-ю, немного дальше. И нас полностью классами перевели в ту новую школу. И мы уже занимались там. Эта школа была новая, красивая, светлая. Нам, естественно, нравилась после той маленькой школы. Здесь было 3 этажа, и был простор и раздолье. Он никогда ничего не скрывал. Я, например, если получила 1-ю двойку, я не сказала об этом. Он всегда все говорил. Они с мамой были очень близки. Он все подробности, все свои переживания, всю свою душу выливал ей. Большую часть времени, конечно, с нами была мама. Поэтому больше и воспоминаний рассказывает, тем более, что ее нет рядом с нами сейчас уже давно. Больше, конечно, о ней. Это уже ДПИ. Вы знаете, когда он только начинал после института по этой тропе идти, мама у него спросила: «А ты понимаешь, насколько это сложно?» Он говорит: «Ну, буду стараться». Это был 84-й год. Глядя на маму, я просто с каждым днем замечала, что происходят изменения. Когда я уже поняла, что что-то не то, я позвонила ему и говорю: «Петя, нужно срочно что-то делать». Он сразу же приехал и повез ее в больницу на рентген. И тогда он узнал, что у мамы рак. Мама умерла у меня на руках. Он держался очень сильно. И когда прошли все похороны, все эти процедуры, через несколько дней спустя я увидела, как он плакал. И когда произошел в 91-м году этот путч, это был, конечно, наверное, один из самых черных дней после маминой смерти в его жизни. Потому что этот день он пережил очень тяжело и очень трудно. Падение, этот крах, это все он переживал прежде всего за людей, которые с ним рядом работали. И в то же время он думал о том, как в то время возобновить опять коммунистическую партию. Наверное, в жизни суждено было так, что произошло, что они разошлись со Светланой, и
женился второй раз на Оксане. Что хочу сказать? Светятся у человека глаза. Возрождение произошло второе. Эти детки его радуют. Он любит, чтобы было всегда в доме шумно. Вот мы сколько приезжали, допустим, Людмила Николаевна, это его теща, она играет на рояле. У них всегда вечера проходят, она играет песенки, дети танцуют, поют. Ну, очень весело, когда вот они все вместе дома собираются. Мне очень нравится. Он самый-самый простой и обычный человек. Ничего сверхъестественного. При том, при всем, что, да, его знает, можно сказать, весь мир. В жизни разные бывают истории. И когда мы проводим 24 часа на работе, мы думаем, что мы делаем что-то такое важное и для себя, и для своей страны. Но это так невероятно обидно, когда ты не можешь прийти вовремя на помощь своему самому близкому человеку. У меня там была ситуация, это Валя не сказала. Я то знал, а она не знала о том, что мама смертельно больна. Она в то время как раз с мужем, они были, в связи с тем, что он военный, они были за рубежом, служили в Германии еще в те времена. А она приехала, просто в отпуск была, и сказала, что с мамой плохо. Я, естественно, о чем она и сказала уже, прилетел сразу же и с мамой пошел к врачам. Когда я вышел от врача, и он мне сказал, какой диагноз, стало очевидным, что это целая трагедия для нас. Поэтому я никому не сказал, никто не знал из моих родных, и Валя в том числе, это она уже через год, когда случайно просто пошла в связи с тем, что ей надо было в больницу обратиться, она пошла в больницу, где мама работала. И врач неаккуратно сказала, говорит, а ваша мама еще жива? О чем Валя, в общем-то, естественно, спросила, почему. И она ей сказала, что с мамой. И тогда она очень огорченная звонила мне со слезами, как ты мог не сказать, мы никто не знали, что с мамой такая ситуация. Поэтому понятно, что у каждого из нас, когда особенно уходят родные и близкие, это целая трагедия. Но вы были действительно особенно близки со своей мамой? Или все-таки вы больше друзьями были или остаетесь с отцом? Здесь Валя была права, что я действительно больше с мамой. Мама была постоянно с нами, она каждый день учила нас уму-разуму и учила жизни. И особенно она нам близка была еще, и по всей видимости у нас сложились так отношения, потому что ее первый ребенок, он погиб. И я старшего брата своего не видел, он умер до того, как я появился на свет еще в 49-м году. А что случилось, сколько лет ему было? 3 годика было малышу, так как мама рассказывала, это трагедия обычная в селе произошла, потому что растапливали плиту, причем не мама, это растапливала бабушка плиту, а малыши рядом, там и второй погиб, то же самое малыш. Они были возле плиты, и там обычно, когда не разгорается, а тогда, в общем-то, как вы понимаете, и навоз после коров, да, сушили, да, и топили же, это не разгоралось, и керосином плеснула бабушка в печку. Оттуда обратная волна, и обожгло 2 малышей. И погибли дети. Поэтому это трагедия у нас в семье была, и поэтому, когда я думаю, что мама родила меня уже, она по-особому относилась. И я считаю, что она как женщина, конечно, при всем при том, что с любовью относилась, она сделала самое главное. Она научила меня жить, она научила меня как мужчине вести себя и поступать как мужчине. Поэтому я ей очень признателен за это. Ваш развод, то, что вы пережили, собственно говоря, с этим сталкиваются тоже все простые смертные. Но как найти вот эти нужные слова, чтобы объяснить своим взрослым детям, чтобы объяснить своим родителям свой поступок? Вот как легко это было в вашей жизни? Ну, безусловно, это непростые решения. И я посчитал своим долгом принять это решение, чтобы не было, тем более, таким отношения неуважительного, а тем более, так, ну, по-мужски, по-другому можно было бы назвать, к Оксане, которую я действительно искренне полюбил. И в данной ситуации дети ведь видели мою жизнь все время, и мне не приходилось много объяснять. Я просто сказал им откровенно, что я принял это решение. Я принял это решение. У меня сегодня с детьми, с сыновьями добрые и хорошие отношения.
Я сделал все по своей жизни, чтобы каждому из них помочь встать на ноги, действительно помочь разобраться в этой жизни, определиться уже, на что они сами способны. И я рад за своих сыновей. Какое образование они получили? И старший, и, ну, на тот период, да, младший. А старший, и я настоял в тот период, кстати говоря, хотя парень, вот, поверьте, закончил школу, и он хотел быть физиком и в университет поступать на физический факультет. Так. Я его просто попросил и объяснил, говорю: Андрюша, ну пойми, если ты действительно видишь в себе будущее с точки зрения теоретических каких-то возможностей, физико-математический ведь факультет сложный, или ты хотел бы преподавателем работать, то есть педагогом в школе, я не буду мешать тебе в праве выбора. Но если ты хочешь задуматься над тем, а какова твоя в дальнейшем может сложиться судьба, и какую специальность ты мог бы получить, то две вечные специальности, и врачи, и юристы. И, кстати, я порекомендовал старшему, и он с удовольствием закончил юридический, он же тоже мне с отличием заканчивал. Закончил юридический, экономико-правовой, вернее, факультет Донецкого университета. И сегодня он закончил и в Киеве здесь, финансовый университет, прекрасно так закончил его. Знают его многие так, и я доволен за своего старшего сына. Младший сын закончил Донецкий медицинский институт. И, вы понимаете, у него был период, когда вот сейчас эти все изменения произошли, по-особому ведь работали медицинские учреждения. И когда они подпускали к тому же столу его как хирурга, понятно, у него разочарование, и он хотел уже бросить. Потом, когда я пригласил его, говорю: приезжай в Киев, будешь жить здесь вместе с нами. И предложил ему пари, говорю: 3 месяца. Если ты в Киеве не найдешь удовлетворения с точки зрения твоей специальности как хирурга, говорю, принимай сам решение. Хотя он не советует со мной. И второе образование как старший получил, закончив тот же факультет экономико-правовой. А сегодня я рад за своего и младшего, и старшего сына. Так кем в итоге работает младший? Хирургом работает. Здесь, в Киеве? Да, здесь в Киеве. У них уже свои семьи? Да, семьи. Так вы дед? Да, безусловно. Сколько внуков у вас? Ну, старшему внуку 13, а младшей Лизоньке, она 2003 года, так, рождение 9 лет. Вы как-то сказали, что вы неверующий человек, но вы крещенный. Да. Да? В каком возрасте вас крестили родители? Я думаю, ну, настолько насколько я знаю, как мама говорила, это буквально после рождения. Да. Сколько мне было, месяц там или два, но я крещен сразу же после рождения. Но ваши родители верующие люди? Нет. Мама ходила в церковь, да. Но если говорим мы о верующих, у которых каждый день, по сути дела, подчинен тем или иным канонам, которые характерны для той или иной конфессии, то таковой не было. Она действительно уважала, и я уважал, в том числе, да, когда она ходила в церковь, я никогда ей не говорил, что это плохо. А вы не ходите в церковь? Объекты, как памятники культуры, да. Никаких вопросов у меня нет. Вы не ходите на службы, скажем, на Рождество хотя бы? Нет, не хожу. А почему? Я действительно считаю, что мои убеждения соответствуют тому, что сегодня научное мировоззрение, я даже по этому поводу, конечно, не веду дискуссии с представителями священнослужителей, да, но научное представление о развитии мира, я думаю, что это действительно то, что отражает и доказано уже. Поэтому, если мы говорим о некоторой мере вот духовных каких-то посылах, то я, наоборот, стараюсь поддержать, и в данном случае каноническое православие с точки зрения морали и нравственности в нашем обществе. Своих детей вы крестили? У меня и Андрей, но не при мне, это без меня, да, так, их крестили. Да. Ну, бабушка в тот период, так скажем, относилась к этому по-своему. Но среди ваших друзей есть люди, которые достаточно иронично относятся к коммунистической идеологии? По крайней мере, публично при мне это не высказывают. Боятся? Я не думаю, что боятся. Наверное, есть какой-то барьер, и когда мы говорим о корректности отношений, даже если они были моими товарищами по партии, потом вышли, если они ведут себя корректно, я понимаю, так скажем, что каждый вправе выбирать свою судьбу. Ну хорошо, коллеги и товарищи, что они говорят о вас за глаза, мы сейчас послушаем, у нас есть еще одна история, и продолжим разговор. Спасибо большое. Как-то готовился вопрос на заседание бюро обкома партии, и мне пришлось, как руководителю бригады, которая готовила этот вопрос на бюро, вплотную, постоянно общаться с Петром Николаевичем. В это время он был секретарем горкома партии Мариупольского.
И мне подкупило в нем вот эта контактность, умение говорить с человеком. Для него нет должностей. Хоть рабочему человеку, хоть высокопоставленному чиновнику, хоть кому угодно. Но он всегда умел себя так поставить, что собеседник всегда был рад с ними познакомиться и говорить. С 88 года и по этот день, по сегодняшний, по эту минуту. Где это вы кадры? Мы очень дорожим дружбой друг друга. Вот что характерно. Для него хоть встретиться, хоть поговорить по телефону, он всегда найдет время. Он всегда ровный, особенно вот в разговоре. Никогда свои проблемы, свои невзгоды, свои горести не выдает на гора. Он всегда бережет собеседника и всех, кто рядом с ним. И, кстати, чем тебе хуже, тем чаще он может. Не было дня, чтобы он не позвонил, спросил: «Вадь, как у тебя там дела?» Или сейчас, вот, допустим, позвонит на одну секунду. «Слушай, у тебя там все в порядке?» Я говорю: «Все, все, не переживай». Все, уже мы отметились. Точно так и я. Я могу в любую секунду. Ночью надо, вспомнил что-нибудь. Я ему позвоню, я не стесняюсь. Он точно так. Еще один момент подчеркну, очень важный момент. Президент страны Леонид Данилович Кучма доверяет, я как раз ушел уже с поста председателя областного совета Донецка, и было доверено представлять нашу страну в Туркменистане в качестве чрезвычайно полномочного посла. Я знаю взаимоотношения между, в том числе между Петром Николаевичем и руководством нашей страны. Я ему задал в лоб вопрос: «Петр Николаевич, вот я еду это. Некоторые вопросы могут пересекаться. Я знаю ваши отношения». Вот он что мне ответил: «И забудь, что есть Петр Симоненко со своими идеями. Тут мы сами решим на месте, какой линии правильно держаться. А ты выполняй. Тебе есть руководитель? Тебя послал президент? Будь добр, выполняй». Было бы неплохо, если бы, когда называешь друга, чтобы он соответствовал таким качествам, как у нас между ними и мной дружба. С ними, как говорят, можно идти в бой. И никогда не боишься, что там в тылу, если он сзади. И никогда не боишься, что он не туда ведет, если он впереди. Надежный. Это сложно оставаться и сохранять дружеские отношения с людьми, с которыми ты так много лет работаешь. Вы знаете, с Вадимом Прокофьевичем несложно сохранять дружеские отношения. Но были люди, с которыми вы расстались, не очень хорошо? Нет, они отходили, как говорится, тихо и в тень уходили. Свой мир у них появлялся, и этот мир, к сожалению, определялся уже совершенно другими интересами. Нас объединяет с Вадимом Прокофьевичем действительно многое, что мы по жизни взяли от своих родителей. И вот, когда я работал с ним, он же был секретарем нашего областного комитета партии и занимался очень напряженной работой по развитию сельского хозяйства. Что такое Донбасс? Это всегда шахты, это заводы металлургические, машиностроение, химия и так далее. А он всегда нам говорил: главное — вырастить хлеб. Так. И вы знаете, вот я старался ему максимально помогать всегда, Вадиму Прокофьевичу. И то, что мы по жизни, вот понимая друг друга, как трудоголики, как люди, которые по 24 часа в сутки работали. Я, допустим, в 6 часов утра вызывал дежурную машину и ехал на работу. А уезжал я с компартии в час ночи. И вот так каждый день в этом цикле мы работали. Ну, есть ли люди, которых вы считаете в своей жизни предателями? Знакомо вам это предательство? Безусловно, нисколько это мои друзья, но я никогда, никогда не прощу, допустим, тем же, кто был и в составе руководства Центрального комитета партии, которые были предателями, тот же Кравчук. Я ему никогда не прощу то, что он сделал. Ну, вы ведь здороваетесь при встрече? Это речь идет совершенно о другом, потому что, ну, есть некий протокол, условно так сказать. А что, вы искренне верите в то, что Советский Союз, равно как и коммунистическую систему управления, можно было удержать? Я глубоко убежден в том, что надо было все сделать для того, чтобы по-настоящему эту систему сделать более эффективной. У нас и в программе партии нет возрождения Советского Союза. Так. 5 лет назад на съезде партии я вышел с инициативой перед своими товарищами о необходимости модернизации партии. Мы поставили задачу перед собой сделать партию современной. Каким образом? А это было связано с тем, что мы по-новому поставили задачи перед собой с точки зрения научных обобщений. И за эти последние годы
годы мы массовую литературу выпустили, ни одна партия не сделала в Украине того, что мы сделали для обобщения и для простых людей понятные вещи мы написали. Далее. Мы, естественно, все делали для того, чтобы осовременить нашу политическую программу и, учитывая то, что партия признала, с одной стороны, что мы в условиях многоукладной экономики работаем, это очень серьезный шаг вперед. С другой стороны, ведь мы единственная партия, которая извинилась перед верующими, я имею в виду на постсоветском пространстве, за события 20-30-х годов прошлого столетия. У нас есть официальное решение, что мы перед верующими извинились и сказали свое веское слово, что сегодня будем поддерживать традиционные конфессии, которые способствуют как раз духовному развитию нашего общества. Петр Николаевич, ну вы сегодня демонстрируете такие либеральные достаточно взгляды. Вы все еще коммунист при этом? Я убежден, что то, что вы отметили, либеральное, ведь мы говорим о том, что надо искать ответы на вопросы сегодня, да. И я предлагаю как раз искать в той атмосфере, когда человек сможет раскрыть свои взгляды, а моя уже задача помочь ему объективно разобраться, а точно ли он все аргументы использовал для определения вот именно позиции по тому или иному вопросу. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, мы учитываем те изменения, которые произошли, мы сегодня учим молодежь жить по-современному и, естественно, отвечать на вопросы, которые ставит жизнь, но при этом мы должны понимать, а насколько вот эта ситуация позволяет человека защитить от той жесточайшей эксплуатации. Ведь наша задача сегодня коммунистов защитить общество от той эксплуатации, несправедливого перераспределения продукта произведенного и дать возможность, чтобы независимо от имущественного положения человек имел возможность себя и таком реализовать, а это значит и знания получать, и в обществе получать поддержку со стороны государства. То есть это иная система совершенно координат, которые мы предлагаем. Предлагаем как раз реализовать вот именно задачи развития общества. Это все-таки за справедливость в обществе. Безусловно. Так. Но справедливости ради надо отметить, что у вас есть некоторые вредные привычки. Как мы видели, вы курите, вы все Нет, еще... Нет, я уже с 2003 года эту вредную привычку бросил. Так, и как чувствуете себя? А почему? Нормально. Как почему? Ну, были обстоятельства, и знаете, меня так вот, как молодежь говорит, завел доктор. Так. У меня были одни проблемы, так, и я, естественно, находился в больнице. И когда меня не могли удержать и медсестры, я ведь и в реанимации курил в самой чуть ли не палате. И медсестры, естественно, ворчали, мягко говоря, так на меня. А потом, когда я перешел в обычную палату, у меня, как и ранее, у меня ведь были такая беломорканалы, прима такая, и, так скажем, сигареты уже на тот период, когда Кишиневская фабрика и Мальборо выпускала, и обычный самосад был у меня, и трубка была. То есть в зависимости от напряжения я иногда позволял себе более резкие такая, и жесткие такие, либо да. сигареты курить, либо тот же табак. А когда это все произошло, может быть, потому что я и поздно начал баловаться этими вещами. Хотя в 6 лет первый раз закурил, когда такая корову пас, и вот с этих листьев подсолнуха тер в газету, значит, и курил. А врач меня в чем подзадорил, и он сказал, говорит, ну неужели эти силы воли не хватает бросить? Я подумал и сказал, вот это ты докуришь, а я пошел. Угу. После этого... У вас есть какой-то особый спортивный режим? Как вы себя поддерживаете в форме? В свое время я до чемпионата Союза плавал, поэтому у меня был в свое время режим. Потом, естественно, когда уже последний чемпионат, я на Украину приехал, это, если не ошибаюсь, в 73-м году, еще здесь возле стадиона СКА, у нас 50-метровый тут бассейн. Я, естественно, тут на чемпионате Украины плыл. 1500 метров еще было такое в моей жизни. А потом, естественно, режим определился тем, что я всегда себя с утра нагружал, в течение дня как-то так старался уже выполнять то, что работой мне было определено. А вечером, если была возможность, конечно, пытался там бассейн как-то себя поддержать. Ну вот ведь в 1 августа 2012-го вы отпраздновали свой юбилей. Сколько лет вам исполнилось? 60. Так, 60 лет. Что в этот день вы сочли для себя самым дорогим подарком? Вы знаете, у меня день начался с того, что пришли мои любимые дорогие малыши. И вы знаете, как-то вот это по-особому, когда та же Машенька кричит, папа, я тебя люблю, я тебя поздравляю. Это особое чувство, безусловно, испытываешь. Так же, как и Ваня, он еще не говорит так в полном объеме, ему третий годик пошел. Но уже я понимаю, что он тоже бежит, лопочет, что папа, я тебя поздравляю. Это очень дорого для меня сегодня, это действительно ко многому меня обидит.
обязывает, ко многому обязывает. А вот буквально перед этим я встречался с журналистами очень популярного у нас здесь в Украине издания, и я не ожидал, что они мне зададут этот вопрос. Говорит, как вы себя чувствуете? Я говорю, вы знаете, у меня есть одна проблема. У меня разорвано время, которое такая я прожил, с тем, что у меня в душе. Поэтому это я отношу как плюс. Одно дело такая физический возраст, а другое дело то, что у меня в душе. Ну а как вы чувствуете, вот ваш биологический возраст, сколько лет вам, как вы думаете? Ну, я так думаю, где-то между 30 и 40. Да ну. Ну, ваши младшие дети, по сути, они младше ваших внуков. И это свидетельство того, что в жизни нельзя ничего быть застрахованным, нельзя гарантировать и говорить, что ты можешь прожить жизнь так, как это нужно, да? Вот как это? Потому что очень многие люди боятся этого, боятся больших перемен в своей жизни, боятся осуждения публичного. Ну, в данном случае у меня были искренние и есть искренними эти чувства сегодня. И когда это все произошло, когда я понял действительно, что я по-человечески очень сильно люблю Оксану, я принял для себя решение и считал, что по-другому нельзя ведь поступать. А приняв это решение, естественно, и создав семью, мы и думали о том, чтобы наша семья была крепкой, поэтому я очень признателен, благодарен Ксюше, что она родила мне двоих малышей, и это наше большое семейное счастье. Я, естественно, понимал, что она может и отторгнуть мои, допустим, вот чувства, понимал, что она по-своему воспринимать может это все. И, честно скажу, я очень переживал, чтобы она не расценивала, что это какое-то пижонство, донжуанство и так далее и тому подобное. Я действительно тогда очень переживал и волновался. И когда откровенно ей сказал о своих чувствах, да, действительно, я нашел это понимание, и я рад этому. Оксана Николаевна, наша коллега, мы обсудили вас за глаза, что из этого получилось. Давайте посмотрим еще одну историю. Так, добрый день. Добрый. Как у вас дела? Да. Хорошо. Правая сторона. Хорошо. Так, 536-96-00. Когда люди встречаются, взрослые люди, которым не по 18 лет, нельзя сказать, что, вот знаете, он на меня посмотрел, я на него посмотрела, все, это искра пролетела. То есть это уже следующий этап, потому что для взрослых людей, у которых сформировалось какое-то мировоззрение, жизнь, взгляды на ту или иную проблему, то есть они уже где-то в своем мире живут, и отказаться от него это очень сложно. Это союз двух людей, которые, я думаю, стремились всегда к чему-то вот большему. Это не просто, знаете, вот побачив и полюбив. Ну, может быть, это было так, но вот я думаю, что это ближе всего, это союз людей, у которых общие цели, общие ценности на работу, на семью, на жизнь. Это нас объединяет. Мне хочется быть полезной. Вот когда он будет чувствовать вот эту, мне кажется, полезность постоянно, с каждым годом, то, что я буду расти, у него всегда будет потребность во мне быть рядом, общаться, где-то, может быть, советоваться в чем-то. То есть это будет стимул для меня. Мое имя, зовут Оксана Ващенко, и мы продолжим нашу разговор. Несмотря на ситуацию в политике, с ним считаются. А считаются почему? Потому что он с ними честен. Я иногда вот всегда думала, в чем его успех? Вот в чем его феномен успеха? Вот это его доступность, его, скажем так, незакрытость. Вот это я, а это вы. Вот этого никогда не было. Искренность, принципиальность, доброта. То, что, возможно, иногда мешает, не знаю. Я чувствую надежность. Вот в наших отношениях, потому что публичный политик и политик, который находится на Олимпе на протяжении 20 лет, что его может держать? Честность отношений. Петр Николаевич, имея опыт, да, воспитания взрослых своих детей, и он хочет вот максимально в этих заложить вот все самое-самое то, что он знает. И вот здесь, возможно, есть дискуссия, потому что я как мама, мне хочется всегда там где-то, ну, ладно, на тебе конфетку, на так, все. Папа говорит, конфет больше нельзя. Я говорю, на конфетку, все, у нас все отлично. На его день рождения, ну, мы, скажем, делали такую корзину с цветами и пошли поздравлять. Мы так
поздравляем, Маша. Я говорю, так, что мы желаем, Маша? Здоровья. А Ваня у нас сейчас так не очень, говорит, папуля. И все, у него как бы одно слово, папуля. Все, он уже эти цветы не видит, он к ним. И мои маленькие, все, он растворился. Он любит ловить рыбу. Вот, скажем, в это время, там, осень, он любит ловить рыбу. Он это делает иногда вот. Но когда не клюет, он встает и уходит. Все, нет, нет клюва, все, ушел. Поэтому зря время он не тратит, скажем так. Должно все быть с пользой для дела. Если этого нет, то нечего этим заниматься. Ну что я вам скажу, Петр Николаевич? Вы нам продемонстрировали, что, собственно говоря, перемен в жизни не надо бояться, и жизнь можно начать снова. Ваш оптимизм позволяет нам верить в то, что приверженцев коммунистической партии среди молодежи будет больше. Как думаете, почему люди верят вам? Конечно, они должны ответить на этот вопрос. Так. Я скажу о том, как я подхожу, и эти контакты для меня действительно очень многое значат. В какой бы аудитории, где бы я ни встречался, во-первых, это говорить людям искренне, и я стараюсь это все выполнить. Где-то, если даже не хватает, может быть, каких-то знаний, я тоже не стесняюсь, я говорю, вот в этом вопросе я это не знаю. Ну, а как вы молодых людей обращаете в свою веру? А молодым людям, вы знаете, вот на примере своей встречи во Львовском аграрном университете, да. Это ведь область, где очень часто кричали «коммуняку на геляку». Сегодня там уже говорят шепотом «коммуняки зласти зеляки», если говорить о том, так. Что происходит во Львовской области. Человек 200 в аудитории, будущие специалисты аграрии. Это экономисты, зоотехники, агрономы, механизаторы и преподаватели. Говорю, давайте вместе сегодня посоветуемся. Ваша родная Львовская область, говорю, только проехал. Половина в Бурьянах и уже деревом зарастает. А где вы, будущие агрономы, будете работать? Вот вы получите образование, получите диплом. Куда вы пойдете? А я хочу, чтобы у вас была работа, ваше любимое дело. Я хочу, чтобы у зоотехника было дело. Говорю, давайте отъедем от Львова сейчас и посмотрим, где сохранили тракторную бригаду в селе. Ну хорошо, вы заставляете думать, да? Я заставляю думать. Ну хорошо, но вы же понимаете, что люди, которые узнают вас на улице и даже с вами здороваются, не всегда испытывают к вам симпатии. Эти люди не всегда понимают, что происходит, или они не хотят признать, что их позиция вначале была ошибочная. Так. Я ведь с уважением отношусь к позиции человека, если он доказывает мне, что действительно я не прав. То есть вы считаете, я всегда соглашусь, что люди, если я не прав. Так, но вы считаете, что люди, которые, для которых вы раздражитель, они просто не знают вас? Однозначно. Так. И то, что они не знают, и то, что по совершенно другим обстоятельствам они не хотят быть объективными, не только в отношении, допустим, меня, как коммуниста, как человека, а вообще в отношении того, что происходит у нас в Украине. Вы в быту сложный человек, вы требовательный. Что нужно вам для абсолютного счастья? Если мы говорим о быте, ну, допустим, я считаю, что свою верхнюю одежду я, допустим, никогда не позволяю, чтобы кто-то мне гладил, допустим, костюмы там или рубашки. Я этим занимаюсь, я всегда сам. Так? Если говорить, допустим, о том, что дома надо что-то сделать, безусловно, я стараюсь это сделать. И если у меня есть для этого времени, я дома нахожусь, я стараюсь обязательно это сделать. Для меня нет проблемы, допустим, то, что связано либо убрать, допустим, дома, либо это посуду помыть. Это для меня, еще раз говорю, я не для красного словца говорю. Я говорю по тому вопросу, как вы поставили передо мной, что в быту для меня важно. Для меня в быту важно, чтобы мы создавали друг другу комфорт. И если я могу помочь сегодня чем-то, и у меня есть минута, я с удовольствием это делаю. Читаете на ночь сказки своим детям? Чаще этим занимается, конечно, Ксюша, потому что Ванька у нас так привык, что только с мамой я буду укладываться спать, и это сложно. А Машеньке, конечно же, пытаемся фантазировать, рассказывать не только то, что читаем, хотя я книжек понакупил, безусловно, уже много для них детских, но пытаемся сами уже рассказывать вместе с ней, так, что-то додумывать, и она уже вовлекается в это, и это интересно и для нее, и для нас. Лет через 10, как вы себе представляете свою жизнь? Я все-таки верю в то, что жизнь будет иной, и она будет счастливой. Вы все еще в политике? Я думаю, что да. Я желаю вам успехов. Спасибо большое. Петро Симоненко, наш гість сьогодні, це позаучені відомі факти життя відомих людей світу. Дивіться нас наступного тижня. На все добре. Ваша сестра сказала, что вы научились водить автомобиль во сколько? В 5 лет? Я в 5 классе уже сидел. В 5 классе. Да, в 5 классе. Отец, кстати говоря, отец был трактористом, так. И вот за его работу и за заработки, которые позволяли, он и купил этот «Москвич» 407. И я уже у него сидел на коленях, и потому что я до педали это не доставал. Сейчас водите автомобиль? Конечно. Ваша теща играет на рояле.
А она же доктор наук. А вы владеете какими-то музыкальными инструментами? Сейчас нет. А в свое время мама, вот я почему ей признателен, она заставляла буквально. И у многих из нас, у детей было тогда увлечение. Я ведь играл на баяне в свое время. А сейчас? Если... Сейчас нет. Нет. А сестра моя закончила, Жанна, институт культуры закончила. Поете на семейных праздниках? Бывает, конечно.